Ага. А, лифт. Все верно, да. Я угадал. А это выкинуть. Испортился батарейка. Пофиг. Ах ты. Ну ты еще чехана. Че, не ожидал? 700. Да вы офигели, что ли? 700 они мне, блин, дают. Давай труборезом мне давай, лезвиями. Три штуки минимум. Isaac, the steps. He wants me to follow the steps. Step one, crawl into the dark machine. Strauss, calm down. He can't hurt you. He wants me to go into the dark machine, Isaac. I can't go. She's in there. She's waiting for me. Strauss. Oh God, oh God, oh God. Strauss, listen to me. You need to keep moving. Can you get to the train? Can you do that? He's coming. Can't talk. Да с кем ты там разговариваешь? Так, здесь вроде ничего не должно быть. Ну хары лагать. Так, это что? Темку мы знаем. Силовой. Вот это реально круто. Не понял, а вон. Так. Хорошо, погнали, посмотрим, что у нас за ботва. Это мины, нам они не нужны. Так, ну с этими будем... Во, вот дофига патрон, дофига тут. Стазис. А он тут быстро бегающий, тут варим. Стазис у нас просто дохренище. Чего они на меня не бегут? Может, здесь ничего не будет? Да не может быть такого. Блин, давай! Ёп, какого было это? Офигеть. Пипец. Вот пипец, я, конечно, позицию хреново выбрал. Оттуда еще может быть. Капец. Фуф. Плазму давайте, уроды. Труборез, блин. О, плазма. Блин, сколько на... Офигеть, я на них почти 20-ку всрал. Или подожди, или сколько у меня там было? Ну, 10-ку, может быть. С чем-то там. 15-ку всрал. А они, блин... А, нет, ну, даже больше. Считайте, что я сейчас еще подобрал плазменные. Плазменную энергию. На среднем уровне нам сказали, что нам не помешают прямые руки. Что-то как-то мало я пособирался. Находится странно. Вроде всех, вроде дофигища их тут было. Ладно, погнали дальше. Ага, ну все ясно, почему. Мы мимо них просто так не пробежали. Если только мины расставили бы. Работай, дверка. Isaac, he's
gone. Listen, the steps can destroy the marker. Step one, crawl into the dark machine. Step two, the screws go tight all around. I don't understand. Oh, God, he's back. No, 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 no! Сам с собой разговаривает, видимо. А может быть, знаете, это всегда так, да? Я видел инопланетяна. Да ты гонишь. А может, правда видел? Так, кто там? Наш новый друг. Может, тебе помочь как-нибудь, нет? Опа. Что, запрятать думали, да? А, стоп! Я ж помню это место! Офигеть! Вот оно чё! Слушайте, мы ж здесь были! Воу-воу-воу, осторожней! The last person who said that tried to kill me. Hey, take it easy. I'm not gonna hurt you. Yeah, you got that right. You try it, and you're dead. Ты чё, вообще, что ли, рамцы попутал, да? Ты хоть знаешь, кто я? Я Айзек Кнарк. Look, I think we got off to a bad start here. I'm Isaac. Ellie. What do you want, Isaac? I'm trying to get to the transport hub. I need to get to the government sector. What do you think we were trying to do? Hey, I can help you. Besides, we got a better chance if we stick together. Don't you agree? It's not a chance, Isaac. Other people are just a liability. I'll release the door lock. But after that, you're on your own. Мадемуазель, давайте я вас хоть аптечкой угощу, у вас там градусник желтый. Хорошо. Сейчас посмотрим. А она, блин, с собой все припасы утащила. Вот, блин, офигеть, даже мне ничего не оставила. Никаких вкусностей. Так, это у нас импульсные заряды. Блях, мух, опять что-то надо выкидывать. Ого, аптечек! Офигеть, нормально собирали. Вот это экономия. Вот это я понимаю, еще плюс креды. Сколько у нас там уже? У нас 35 тысяч плюс один силовой. Так, все, погнали. Ну, походу назад, там сейчас дети опять, наверное, будут. Помните? А в чем прикол? А там, короче, блин, я там все пособирал, ну, узлы. Ого, все уже? Да-да-да. Так, это что такое? Видите, да? Я помню это место. Мы же тут, помните, мы были в тот раз, когда детишки на нас бежали. Мы вернулись. Идем тем же... Только вот, блин, все какое-то говном каким-то заросло. Так, идем в магазин. Так, я надеюсь, сзади там ничего не будет происходить. А то, мне кажется, сейчас опять задница какая-то будет. Как в тот раз, помните, мы вышли на открытое пространство. Ну, вот тут недавно. Итак, а нам, в принципе, ничего не надо. Сами подумайте. Так, а что там импульсные заряды нам вроде написали? Что продать? Вот это, я думаю, можно. Так, а что купить? А что тут новое у нас есть? Эти ноль стоят. Так. Сейчас, подождите, мы глянем, что там у нас по провизии вот таким вот образом. Значит, 10, 10, так, 30. Так, я знаю, что надо. Надо купить плазменной энергии немного. Это мы сейчас прям моментально. Это получается у нас будет... Во. Ой. Так, вот этого... Вот это можно... Ну все.
Во! Вот это закупились, так закупились. 76, по-моему, я перебрал мальца. Надо было силовой узел.